Дорогие акционеры Петрушки, мы здесь, мы вот они, и деньги на месте. Но реальность, политическая реальность, жизнь страны стремительно ушла от написанного в 1907 году в пьесе «Петрушка». И мы догоняем сейчас эту реальность и делаем некоторый новый вариант старой пьесы. И пытаемся успеть за стремительно изменившейся реальностью. А за последние полгода, как вы заметили, мы живем совсем уже перешли в другую реальность. Надо, чтобы в этой реальности побыл и наш персонаж. Чем мы сейчас и заняты? Быстро дело делается, да не скоро сказка сказывается. Да. Очень скоро уже кастинг, о чем мы вам непременно расскажем. Работа идет, Петрушка будет.